Компания Микрон В представляет вашему вниманию ручную тестораскаточную машину со ступенчатым регулятором толщины теста. Данное видео показывает, как работает механизм регулятора. Вы можете видеть, как при переключении рычага изменяется расстояние между валами. Обратите внимание, что это происходит равномерно по всей длине валов. Это очень удобно и значительно упрощает и ускоряет процесс. Минимальное расстояние между валами 0 мм, максимальное 8 мм. На данном видео изображена машина с 5 позициями регулятора толщины теста. Мы производим модели с 7 позициями регулятора, что позволяет прокатывать тесто любой необходимой толщины. Ширина рабочей поверхности 40 см. Подробные технические характеристики тестораскатки вы можете прочитать в описании к этому видео. Скоро у нас выйдет подробное видео работы с тестом на этой тесто-раскатке, поэтому подписывайтесь на наш канал и включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить. Чтобы приобрести машину, звоните и пишите по указанным контактам в отдел продаж компании Микрон В, и мы поможем вам правильно подобрать оборудование. Микрон В. С точностью до микрона.